Так что поздравляю. Ну а чуть позже 16 метров назначает Александр Минаев. А чуть позже я расскажу вам, буквально несколько дней назад команда «Металлург» вернулась с Кубка России, который проходил в городе Ковров. Ну и немножко интриги расскажу, как проходил этот турнир, что было интересного. А поверьте, интересного было много. Итак, Игорь Баклячь, капитан команды. 16 метров, удар! И Александр Сосницкий становится преградой для того, чтобы команда «Агрокомплекс» могла записать счет, открыть счет в этой встрече для своей команды. Ну что ж, заканчивается серебряная минута первого дивизиона. Владимир Сосницкий не стал сближаться с вратарем. Не стал сближаться с вратарем. Что показывает судья? Ага. Ну, видимо, Владимир Сосницкий, да, наехал. Да, 16 метров. Наехал во время атаки на ворота во вратарскую зону. А потому 16-метровый прямой удар. Я думаю, Игорь Баклячь будет исполнять или нет. Нет, 4-й номер. Сидников, вот, пожалуйста, о чем я вам и говорил, дорогие друзья. Павел Апостолов, номер...